Да я тебе еще раз говорю. Я не пьяный. Я просто лекарства принимаю. И меня на жаре развезло. Не веришь, да? Ой. Ну, ходишь, я в трубочку твою дыхну. Не хочешь в трубку? Давай, я тебе в банку пописываю. Не хочешь? Слушай, короче, давай что-то решать. И у меня времени нет. Ты пойми, я-то свои права завтра заберу. А тебя с работы уволят, понял? У меня кум, знаешь кто? Рим-бен-д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 ен
Короче. Давай, давай так. Давай быстренько на месте решим и все. Я смотрю, ты принципиальный такой. Давай, короче, договоримся. Ничего никому там. Тебе нормально, мне. На. Держи, сот. Держи. Мало? Мало? На. Давай. На тебе 200. 200. Тоже мало тебе? Ну, на, вот. На. 400 даю. На. На. 500. Все, больше нету. 500. А так. Вот такие мы принципиально. Ладно. На, вот, все, что есть. Кошелек с крокодила кожи. Ходишь? Все, на, держи. Принципиальный. Все, давай, о, давай, давай. Тепер можна йти. Ох ти, ой, диви. Ой, ти диви, прям рекорд сьогодні. Ага. Ну все, по п'ятницях можемо не працювати. Картонич справляється. А, Картонич красава, професіонал, молодець. А моя доля? Що? Молодий ще. А я шашлычок переверну, и снова 3 сентября. На шашлычок я посмотрю. Служба полиции города Киева, сержант Гашенко. А, здравствуй, дорогой. Представьтесь, пожалуйста. Генералиссимус шашлыка Вано. Приветствую тебя. Очень приятно. А что же это вы, уважаемый Вано, нарушаете? Кто нарушает? А, слушай, извини, дорогой, прости меня, пожалуйста, что я твою душу побередил этими шикарными ароматами. Прости, пожалуйста, что я заляпал твою дорогую рубашку твоими же слюнями, которые выделялись после того, как слышали эти прекрасные запахи. Запахи действительно прекрасные, но дело не в этом. Запрещено разводить костры в общественном месте. А, слушай, дорогой, что ты говоришь, как последний... Что? Вы следите за языком, я при исполнении все-таки. Ты послушай себя, ты просто звучишь как последний вегетарианец. А, в этом смысле? Нет, я не вегетарианец, не в этом дело. Костер все же придется потушить. Потушить? Эй, дорогой, я думаю, мы с тобой договоримся. Успокойся, сейчас тебе будет хорошо, да? Здравствуйте, патрульная полиция. Здравствуйте. А в парк нельзя разжигать костер. Вась, слушай, где вы так и беретесь? Ты же второй человек, который мне вот это говорит.
А вы что, моего напарника видели? Видел. Кожа до кости. А? Ай, хорошо. Это он? Так, а ну стоять не с места! Я стою, не двигаюсь. Шашлык вообще внимание любит. Конечно, я даже знаю, из кого он. Я сейчас вызову подкрепление. Какое подкрепление? Тут на всех не хватит. Вы копа нет? Нет, я Вану. Вану Гурамович, приятно познакомиться. Женя. Вот, Вану Гурамович, ты рубил, как просили. Молодец, Жень. Вы уже познакомились? Да, слушай, злая какая-то она у тебя. Может, голодная? Ну, или беременная? Беременная, Женя, а? А, понятно все. Вот вам, от Вану, за счет заведения. Спасибо. А это для вашего маленького. Маленький шампурок. Кушайте, кушайте, спасибо, дорогие. Обед. На троих. Ай, так и знала, так и знала. А я тебе говорила, надо было слушать меня. Вот сейчас бы не ремонтом занимались, а сковородку бы мне покупали новую. Ну, чуть-чуть помолчи, пожалуйста, я тебя прошу. А что я буду молчать? Объясни, почему я буду молчать, если я тебе говорила, поворачивай налево, а ты нет, направо. Там запрещен поворот налево. Ну и что, что запрещен? Жена тебе разрешила, а жену нужно слушаться. Слушай, ты вместо своих сериалов лучше бы правила поучила. Что мне твои правила? Если у нас, у женщин, есть интуиция, женская интуиция, и ее, между прочим, нужно слушать, Сашенька. Здрасте. 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 Чем могу помочь? Да вон, поцарапуха у нас, видите? Поцарапал он. Кто-то. Понятно. Причина какая? Помеха справа. Справа у него помеха. Мешает ему что-то справа. Говорю, налево поворачивай. А вот какая помеха. Женщина, вы пока присядьте вот там вот, а мы тут с мужиками разберемся. Мне это нравится, мы разберемся. Очень красиво звучит, мы разберемся. Как вообще здесь можно работать? Я не понимаю, все разбросано. Да. Вот пыль везде, грязь, ужас-то какой. Положите на место. Я лучше знаю, куда это все класть, чтобы было убрано и красиво. Женщина, а это... А вы вот, мужики, о, постоянно ж, постоянно. Вот умеете оправдать свой этот бардак. У него что сейчас так же вот на балконе все разбросано. Типа надо что-то срочно достать. Ага, конечно. Сейчас я все поубираю, и все будет хорошо. Здесь каждый инструмент на своем рабочем месте, чтобы я знал, где он лежит. Мне лучше знать, на каком рабочем месте, где должно все лежать. Женщина, да что... Успокойтесь. Поверьте моему 10-летнему опыту, она все равно не остановится. Давайте лучше о ремонте поговорим. Сколько будет стоить? Ну, 5 тысяч будет стоить. Сколько? 5 тысяч за поцарапуху вот эту? Ну да, покрасить что? Же надо. Нет, 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 слушайте, давайте так. Давайте вы сегодня сделаете вот это все и с 50% скидкой, хорошо? Чего? С каких делов это я буду делать вам скидку? А с таких делов, что я вам ее оставлю тут на целый день, чтобы она ходила и контролировала ремонт. А тряпочка у вас есть? Нету. Плохо, очень плохо, потому что тут должно быть все светло, блистать, сверкать, а у вас что, все в масле каком-то. Ладно, ладно, сделаю я вам скидку, и еще на будущее могу посоветовать один очень хороший девайсик, очень повышает безопасность движения. Дорого? Сущие копейки, только нужна будет ваша помощь. А. Если что, заезжайте. Только один. Понял. Хорошего дня вам, женщина. Кузю. Да-да-да. Спасибо вам. Да не за что. Это что это? Документы на растаможку. А я думал, это сочинение, как я провел таможню. А таможню не проведешь. Да. Да послушайте, все легально, здесь все документы в порядке, ну. Нет, я вам верю, конечно, но понимаете, мы пока все это посчитаем, умножим, отнимем, разделим, сочленим, сложим и... короче, это может целый день на это уйти. Все. У нас семьи. Да, а у вас такие контейнеры большие. А зарплаты у нас такие маленькие. Да.
Хорошо, я понял мастера намеков. Угу. Может быть, как-то постараемся уладить вопрос? Нет, конечно, мы же таможня, мы же взятки не берем. А я взятку не предлагаю. Как не предлагаю? Почему это? А вот так. Я предлагаю вам сыграть в одну интересную игру. Кто хочет стать миллионером? Так все хотят. Так, это что за вопросы? Так что, сыграем? Сыграем, да. Мы люди азартные. Итак, первый вопрос на 1000 гривен. Так. Кого сегодня первым оформит таможенная служба? Варианты ответов. А. ЧП Кузькин. Кузькин. Вариант Б. ЧП Шпоцер. Но. Вариант В. ЧП Фадецкий. И вариант Г. ЧП Шмуклер. Так. Ваш вариант так. ответа. ЧП Шмуклер. ЧП Шмуклер. Вы уверены? Хай Шмуклер. Да. Я вас поздравляю, это абсолютно правильный Ура! Ответ. Вы выигрываете прямо сейчас 1000 гривен. 1000 гривен. Так, напоминаю, это сгораемая сумма, поэтому я готов задать вам следующий вопрос. Вы готовы? Да. Да. Хорошо. Вопрос номер 2. Вопрос на 5000 гривен. На 5. Скажите, пожалуйста, какая нумерация у контейнеров ЧП Шмуклер? С 1 по 3. Это первый вариант ответа. Вариант Б с 3 по 5. Так, с 3 вариант С с 5 по 7. Вариант Д с 1 по 11. Так, а, секундочку. Я думаю, Шмуклер, да. Наверное, с 1 по 11. С 1 по 11. Вы уверены? Да. Я принимаю ваш вариант ответа. Хорошо. И это правильный ответ, да, я вас поздравляю! Отлично. Вы выигрываете 5000 гривен! Ничего себе! Вот. И да. прямо сейчас третий вопрос. Давай. Вопрос номер 3. Первая несгораемая сумма. 10 000 гривен. 10 000 несгораемой суммы. Да. Скажите, пожалуйста, сколько времени понадобится, чтобы таможенно оформить товар ЧП Шмуклер? Так. Первый вариант ответа. А. Целый день. Целый вариант день. Б. 3 часа. Три вариант часа. С. Полтора часа. И вариант Д. 15 минут. Вот это нам 10, 15. У нас есть ответ. Я слушаю вас. Мы считаем, чтобы оформить все, как говорится, как положено, потребуется 15 минут. Да, 15 минут. Уверены? Абсолютно. Я принимаю ваш ответ. Теперь, внимание, правильный ответ. Ну? 15 минут, абсолютно. Отлично, 15 минут, да, я знал, первую несгораемую сумму. Несгораемая сумма. Конечно. Так. Вот так тебе, вот, пожалуйста. Продолжаем. Ну что ж, продолжим, так сказать. Финал. Я напомню, у нас остался только один вопрос. Да. Вопрос на 1 000 000 гривен. Да. Хочу спросить у вас, готовы ли вы продолжать игру? Конечно, 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 готовы. Тогда внимание. Так. Вопрос. Да. Сколько контейнеров теперь может растамаживать в месяц ЧП Шмуклер? Так, сколько контейнеров? Так что, вообще вариантов нет? Вообще. Ай. Тогда мы берем звонок другу. Точно, мы берем звонок другу, да. Алло, здравия желаю, товарищ полковник. Да, это вас старший лейтенант Бережок беспокоит. Вот у нас вопрос такой. Подскажите, пожалуйста, сколько контейнеров в месяц может растормаживать ЧП Шмуклер? Так, да, сидим тут, играем. Да, понял. Спасибо, товарищ полковник. Итак, ваш вариант ответа. Все. Это окончательный ответ? Да. Так и сказал? Так и сказал. Все? Я вас поздравляю, это абсолютно правильный ответ. Вы выиграли 1 000 000 гривен. Можешь не радоваться. Чего? Вы берите этот ваш главный приз, идите к товарищу полковнику в 302 кабинет. Там доиграйте. А это отнесите тоже к товарищу полковнику. Хорошего вечера. Спасибо. На троих. Да ладно? Серьезно. Ты что, серьезно? У тебя год не было секса? Прикинь. Даже прикидывать не хочу, не дай бог. Ну, с Новым годом тебя. Очень смешно. Мужчина, что вам? Ай,
Я еще пока не оценил ситуацию. В смысле, не приценился. А, ну, приценивайтесь. Слушай, ты же говорила, что у тебя был там какой-то... Ну, со смешной фамилией. Скорик. Ну? Да то не фамилия. То я его так теперь называю, потому что я еще не успела, а он уже все. Ой, что там рассказывать? Слушай, у тебя нет кого-то на примете? Вот просто, чтобы оскомину сбить. Не знаю, может быть... Может, Серега? Какой Серега? Ну, который к нам приходил компьютер чинить. Да, он ботаник в очках, я таких не люблю. Так, а может, Женька? Женька? Наш сменщик. Ой, там он писклявый, я уже представляю этот секс. С чайками. Ай, так, ну что, определились? Почти. Слушай, а если этот, как его? Лёшка у меня на денерке был, помнишь? Ой, я так не люблю вот этих с непомытыми головами. Так, ну знаешь, а может Андрюха? Официант из пиццерии. Да он дрыщ. Слушай, ты мне таких предлагаешь, честное слово. Слушай, ну я бы на твоем месте, конечно, ну тьфу-тьфу-тьфу, не дай бог, но я бы уже там, знаешь, набросилась бы на первого встречного. Да вот я бы набросилась на первого встречного, хоть на косого, хоть на кривого. Лишь бы поскорей. Так что вам... Господи. Презервативы мне. Ну что? Дашь? Дам. Честно? Ты что, глухой, что ли? Дам! Нет, то я просто ухо простудил. Yes! Ну что? Едем? Куда? Ну, лучше к тебе, у меня мама дома. Зачем? Ну как? Ну, ты же сама сказала, что дашь. Я сказала, что презервативы дам. Не только глухой, еще и слепой. Презерватив. Что-нибудь еще, молодой человек? У меня все. Это мне уже не пригодится. Мне, пожалуйста, гематогенку и витаминки. Пожалуйста. Спасибо вам большое за все. Такая хорошая. Беру свои слова обратно. Не надо в этом деле быть все-таки переборчивой. Давай, дедок, заходи. Так чего ты меня сегодня вызвал? Я к вам сегодня не планировал. Ты помнишь, заявление ты писал? Так я 5 штук в день пишу. Какое из них? Ну, а кража? О, это сужает круг поиска. А в 65-м, в 66-м или в 37-м году? Дед, да в этом году ты писал заявление о пропаже велосипеда. А, велосипеда, точно, точно. Нашли его, и у меня такой счастливый велосипед. В 65-м его нашли, в 66-м нашли, только в 37-м. Они нашли, расстреляли. Кого? Велосипед? Да, в то время всех расстреливали, даже меня. Господи, дед. Что? Короче, мы нашли человека, который украл ваш велосипед. А, фу, лучше вы сам велосипед нашли. Человека не нашли. Так, дедуль, смотри, тебе надо только его опознать, и мы его посадим. Надолго посадим, а тебе вернем велосипед. О, о, это правильно, я опознаю. Я эту гадину, вот эту здоровую, в черном спортивном костюме, лысая, с фиксой вот этой, узнаю за 3 километра. Вот и ладненько. О. Так, а ну, кабан, давай. Подъем. Вставай быстро. Давай, 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 шевелись. Вот. Дедок, куда пошел? Чего? А, так, погоди, он что, видит меня? Ну, конечно, видит, он же не слепой. Ля-ля-ля, ля-ля,
Слушай, так этот, он же из тюрьмы выйдет, будет меня искать, мстить. Или вы его расстреляете? За что? За велосипед? Так он же с насосом был. Ой, господи. Ну, а где стекло между нами, как в кино? Дед, у тебя в очках между вами стекло. Вот через него посмотри и пойми, он это или не он. А, посмотреть и сказать? Конечно. Понял теперь. Понял. Это не он. Это он. Он. Я еще раз не понял. А? Не понял. Что? Он это или не он? Так я же говорю, это не он. Он, это он. Так, дед, спокойно, ты меня сейчас запутал. Что я путаю? Чего? Просто мне скажи, это он или не он? Сколько раз можно повторять этим дурным милиционерам? Это не он. Он, арестовываю его, быстро расстреливаю. Так, сейчас, дедуля, подожди, секундочку. Он. А? Так, кабан, скажи, это ты украл велосипед или нет? Не. Не. Да я знаю. Ну, еще раз, дедуля, последний раз просто посмотри и скажи, он или не он? Эх, была не была. О. Этот велосипед у меня и в 65-м воровали, и в 66-м. Видимо, судьба у него такая — быть ворованным. Не он это! Все! Ну и ладно, все, разобрались. Все, пойдем, дедок. Ага. Иди, я тебя проведу, чтобы уже быть уверенным, что ты не вернешься. Ага. Он, это он, говорю. Кто он? Кто он? Чего он? Он не виноват, говорю, человек. Не виноват. Все, хорошо. Виноват. Он украл. Он гадина. Кто украл? Кто украл? Чего? Ты украл? Не он только. Не этот человек украл. Может, ты? Он может украл. Так, короче, успокойся, дед. Все, иди. Расстреляйте его. Кого расстрелять? Освобождайте, говорю, человека невинного. Господи, все, иди отсюда, дед. Сидит он. Не повинного у клетку, говорю, посади. Все. Вон там у дежурного садите талончик. Его. Талончик возьмете, иди. Три пожизненных дай ему. Все, иди, три пожизненных. На троих.